Инициатор акции «Помоги создать библиотеку» – Комитет гражданского контроля. Ее старт был дан в Международный день книгодарения 14 февраля. Акция объединила представителей различных организаций и сотни неравнодушных жителей республики. Всего за месяц было собрано более 1500 экземпляров. 27 апреля первые партии книг отправились в исправительное учреждение республики. Литературу доставили в городской следственный изолятор и уголовно-исправительную инспекцию для несовершеннолетних правонарушителей. Александр Александрович, большое спасибо за предоставленную литературу. У нас есть категория несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых. Она для них очень пригодится. Большое спасибо. Нам передали... Значит, безвозмездно книги для осужденных несовершеннолетних, которые осуждены без изоляции от общества. В основном это у нас условно осужденные, но есть осужденные к обязательным работам. При постановке на учет, при осуществлении контроля, при явке на регистрацию, значит, данным осужденным будут предлагаться художественная литература. Значит, чтобы совершенствовать общее развитие. И, как мы видим, здесь профилактировать совершение повторных преступлений с их стороны. Цель акции «Помоги создать библиотеку» – ресоциализация именно несовершеннолетних нарушителей. Помочь в этом благом начинании захотели многие. Книги для исправительных учреждений продолжают нести и сейчас. Кроме того, в Саранской уголовно-исправительной инспекции будет создана целая библиотека для подростков, аналогов которой нет в стране. Анастасия Цлигина, Народные новости.